Ах ты ж сволочь. Гад так и знал. Объезжай. Тормози. Милка, ты что, больная? Ты что, следишь за мной, что ли? Для нее браслетик покупал. Ну, сука, давай, вылезай, тварь, вылезай! Да успокойся ты! Ты сейчас все падлы ей повыдергал. Это мой бухгалтер. Бухгалтер? Я должна в это поверить? Да мне плевать, веришь ты или нет. Домой шуруй, больная. А ты? А я в банк. Тварь. Домой шуруй, дура. Ну что, Илья Сергеевич, спасибо, что проводили. И за выдумку с друзьями особое спасибо. Это было красиво. До свидания. Ирина Ивановна, я заметил, у вас на кухне табуретка шатается и кран протекает. Да? Завтра вызову мастера. А если доверите, я могу глянуть. Ну, загляну, денег не берут. Пойдемте. Только это ничего не значит. Разумеется. Эльза, место. Эльза, ну, гулять, наверное, хочет. В 2 часа ночи. Лев, ну такое бывает. Ладно, Эльза, сейчас пойдем. Этого еще не хватало. Спи, я сам с ней выйду. Нин. Нин. Глеб, давай спать. Нин, это не дело. Прости, но у нас маленький ребенок. От Эльзы постоянная шерсть, слюни, лапы. Глеб, я Эльзу знаю уже 7 лет. Я ее брала маленьким щенком, понимаешь? Глеб, я ее очень люблю, она член семьи. Ну как я буду без нее? Не наши, Нин. Прости, я вкалываю на работе, ты вкалываешь дом с ребенком, еще собака. Ну что ты мне предлагаешь делать? Не знаю. Подумай. Привет. Можно Эльза будет у тебя еще какое-то время? Какое-то время — это сколько? Пока Илюша не вырастет. Мам, ну пожалуйста. Нет, нет, и еще раз нет. Я тебе все объяснила в прошлый раз. Мам, ну пожалуйста, мы с Глебом стали ссориться. Ну, если вы уже сейчас из-за собаки ссоритесь, то что будет дальше, моя дорогая? Ладно, все понятно, прости. Ну, пожалуйста, подожди, не обижайся. А как вообще у вас дела? Мам, да все нормально. Я, наверное, очень строга с дочерью. Думаю, что да. Это мой. Спасибо. Да, Ниночка. Здравствуйте, Илья Сергеевич. Вы сейчас не очень заняты?
Ну, как-то так. Можете, пожалуйста, посидеть с Илюшкой? Мне нужно отъехать по делу. Конечно, непременно. Сейчас еду. Спасибо. Мне надо помочь вашей дочери. Угу. Да, потому что я очень плохая, а вы очень хороший. Вот наговаривать на себя не надо. Я не понимаю, как это могло произойти между мной и вами. Я не знаю, что на меня нашло. Не на вас она, а на нас. Чувства логики не поддаются. Я сам не думал, что могу кем-то увлечься. Но во всем виноваты вы. Вы удивительная женщина. До вечера. Что значит до вечера? Ну, табуретку я ведь вам не отремонтировал. Домой вернусь, слышишь? Это всего ненадолго. Люб, как же я тебя люблю. Ты что, весь магазин скупила? На карточке осталось хоть что-нибудь? А что, бухгалтер заругает? Интересно, где он таких бухгалтеров учится? Тебе не надоело? Надоело. Может, мне тоже в бухгалтера податься? Ничего себе! Что? А это откуда? А, ну да. Бухгалтер, видимо, забыла. Опа, заходи. Заходи. Давай. Как видите, условия у нас хорошие. Соседей пока нет. Ну и двухразовое питание, выгул. Если нужен будет ветеринар, предоставим. Кстати, надолго к нам собачку хотите? А как надолго можно? Ну, все зависит от ваших финансовых возможностей. Кстати, посмотрите наш прайс. Эльза очень домашняя собака. Я ее никогда нигде не оставляла. Да не волнуйтесь, все будет нормально. Ну как нормально? Это ненормально. Ты что там ищешь? Она твоя любовница, и хватит мне плакать. Ты, короче, ты что хочешь? Правда, Гриша? Вся правда в том, что я нормальный мужик, и иногда хочу расслабиться. Имею право. Да, я люблю красивых женщин. То есть она у тебя не одна, да? Сколько? Ну, как-то не считал, с математикой у меня туговато. С проститутками спишь, а потом ко мне лезешь? А ты чем лучше? Я спрашиваю, чем ты лучше? Штамп в паспорте? Гриша, мы уже разговаривали на эту тему. Пожалуйста, ты обещал, что все будет как прежде. А тебе что-то не нравится? Пошла вон! Я сказал, пошла! Гриша!
Привет, Глеб. А помнишь, ты предлагал мне на байдарке покататься, показать на красивый водопад? Глеб, мне очень плохо. Ирина Ивановна. Ирина Ивановна, откройте. Ирина Ивановна, я знаю, что... Я знаю, что ты дома. Открой. Илья Сергеевич, уходите. Я вас чем-то обидел? Нет, но не надо больше приходить. То, что произошло, это ошибка. Не говорите так. Никакая я не удивительная, я самая обыкновенная, немолодая женщина. Мне лучше знать. Ира, я тебя очень прошу, открой, и мы с тобой поговорим, как взрослые люди. Вот именно, как взрослые! Давайте будем честны, ничего из этого не получится. Пожалуйста. Не приходите больше ни сюда, ни в библиотеку. Будем делать вид, что ничего не произошло. Мы будем просто... родителями наших детей. И никто мне не нужен. Чего ты не спишь? Не устала? Не спится. Все-таки няню наймем. И тебе будет легче, и сможешь на работу выходить. Глеб, я тебе уже говорила, никакой няни. Илья еще маленький, я не могу доверить его какой-то чужой женщине. Ну, я предложил. Спасибо. Знаешь, меня Вадик пригласил в субботу на рыбалку. Отпустишь? Иди, конечно. Нин, я ведь понимаю, что ты из-за Эльзы не спишь. Ты считаешь, что я не прав? Да, я так считаю. Что будем делать? Не знаю, Глеб.
Да, я спускаюсь, Вадик. Он уже приехал. Мне пора. Да. А? Спасибо. Звони, там будет связь. Угу. Пока. Привет. Здорово. Ну что, устраивайся поудобнее, можешь еще даже успеть поспать, только это за червями заедем, я забыл купить. Все нормально? Вадик, останови. А ты куда? Похоже, черви отменяются. Мне надо в другое место. Езжай один. Нормально, порыбачили. Ну что, Макар, уже замерз? Чи-чи-чи-чи-чи, да-да-да, все, идем домой. Сейчас покушаем мы с батеньки, да? Да, мой сладкий, да. Эльза! Эльза, Эльза! Родная моя Эльза, милая! Иди сюда, милая, как я скучала. Да-да-да-да-да. Эльза! Знаешь, я подумал, если она член нашей семьи, она должна жить с нами. Спасибо тебе. Глеб, ты ее полюбишь. Ты обязательно полюбишь. Эльза, как я рада. Ты моя хорошая. Все. Эльзочка, да-да-да-да-да-да-да. Привет. Здорово. Сыграем партийку, если не торопишься. Да я с удовольствием. Опять черную? Все равно. А где все? Почему никого нет? Заболели, что ли? В библиотеке твоей. А чего не ходить? Там тепло. Газетки свеженькие, бесплатные. Чайком поют. Зу. Да, сын? Пап, ты занят сегодня вечером? Да нет, чем мне заниматься. Можешь с Ильюхой посидеть? С удовольствием. Только это до утра. Хочу Нине сюрприз сделать. Какой сюрприз? Пап. Ну вот уже отцу и спросить нельзя. Ну ладно, сюрприз так сюрприз. Скоро буду. Спасибо, па. Угу. Извини, Михалыч, наряд вне очереди. Понимаю, служба. Что сюрприз на всю ночь. Как на всю ночь? Прокульчик вышел. Ну, ты ему об этом не говори, хорошо? Ну, хорошо, ладно. Интересно, что он придумал. Ну, если он проснется, вы можете дать ему просто водичку. Mm. А так вообще он спит хорошо до самого утра. Ниночка, я, конечно, дед со стажем, но на всю ночь... Да, конечно, я понимаю. Простите, я тогда скажу Глебу, он просто раньше придет. Нет, я не к тому. Может, ты маме позвонишь, и она подъедет. Ну, вдвоем, в смысле, спокойнее будет. Ну да, конечно. Да, конечно, я позвоню. Ты еще извини, что я не в свое дело, может быть. А второй дед, он вообще существует? Отец мой?
Ну, наверное, где-то существует. Но я ее плохо помню. Я маленькая была, когда они развелись. Почему Ирина Васильевна? Красивая женщина. Да, красивая. Видели вы молодость. Все оборачивались, когда она шла. Но она ни на кого не обращала внимания, все папу любила. А потом, знаете, такое время было, нужно было деньги зарабатывать, папа уехал на заработки и не вернулся. Как так? Ну, вот так. Мама узнала, что он нашел там новую семью, еще и с ребенком. И так что вот так вышло. Деньгами он не помогал. Мама все на себе тянула. Она еще училась в это время. Ладно, вы извините, я пойду. Маме я позвоню. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Хорошо. До свидания. Мам, ну что, ты как, согласна? Да. Мам, ну ты же знаешь, ему сложно будет целую ночь с маленьким ребенком. И он очень скромный, сам тебе никогда не позвонит и не попросит о помощи. Да, и ты знаешь, мне кажется, он тебя немножко побаивается, что ты его не обижай, хорошо? Да, отлично, мамуль, спасибо тебе огромное, я тебя люблю. Пока. Ну все, Илюшка в надежных руках. Двойная защита. А куда мы едем? Город уже заканчивается. Терпение. Недолго осталось. Теперь закрой глаза и не подсматривай. Ну ты можешь хотя бы намекнуть? Я не подумаю. Помучайся немножко. Ну хорошо, ладно. Я закрыла. Можно открывать. И где мы? Куда мы приехали? И чей этот дом? Тебе нравится? Да, очень здесь красиво. Прошу. Блин, ты меня удивляешь. Ух ты. Ничего себе, как красиво. Гостиная. Ой, камин есть. Так здорово. Я купил этот дом для нас с тобой, сына. Ну и Эльзы, конечно, куда без нее. Один знакомый уезжал за границу, продавал по-срочному. Часть денег я уже отдал, надо будет еще продать квартиру. На остальное возьму кредит. Клеп, ну как? Это ж очень дорого. Ну. Не волнуйся, выплатим. У компании сейчас все очень хорошо. Пойдем, я тебе еще не все показал. Угу. Работаю экстрасенсом по совместительству. Спасибо тебе. А мебель она останется? Ты как хозяйка можешь все изменить. Нет, нет, что-то мне все нравится. Здесь очень уютно. Очень. Спасибо. Пойдем, я тебе второй этаж покажу. Пойдем. А еще настоящий полковник. Подполковник. И ничего, я не боялся. Да? А кто же Нину попросил, чтобы я приехал? Ну, только не я. Ну, я сейчас позвоню, узнаю. Отставить.
Ну, зачем беспокоить детей? Ну да. Не будем мешать. Ну, вы можете ехать. Я не могу, я сыну обещал. И я не могу, я Нине тоже пообещала, что останусь. Ну, тогда, если вы не можете, и я не могу, тогда давайте отдыхать. Где? Здесь, вместе? Ну, да. Нет, я лучше всю ночь просижу на диване. Нет, нет, хорошо. Кровать ваша. За нас. Ты самый лучший муж. Не перехвали. Ирина Ивановна, почему вы думаете, что я могу вас обидеть? Илья Сергеевич, меня уже никто не может обидеть. Жизнь закалила. Почему вы не можете допустить мысль, что в нашем возрасте можно полюбить? Какая любовь? Вы себя слышите? Раньше рядом с нами были дети, и мы ими жили. Теперь у них своя семья, они счастливы. А у нас появилось время пожить для себя. Друг для друга. Мне кажется, мы этот вопрос уже обсуждали. Да-да, конечно, я помню. Я помню наши разговоры о стирке носков. Ну почему же, не только. И про табуретку, которую я успешно сама отремонтировала. И про все остальное. А вы крепкий орешек. Счастлива. Очень. Я чувствую то же самое. Такое бывает? Значит, бывает. О, какие люди! Ничего себе, любимый муж пожаловал.
Ты все цветешь? Угу. А ты хоть бы позвонил, поинтересовался, как я тут. Алло, и как ты тут? Плохо, Гриша. Даже домработница денег не оставил, не говоря обо мне. На бензин нет. Так вот. Сейчас и заработаешь, давай собирайся. Опять? И что же на этот раз? Твое дело – приехать, отдать и отвалить. Давай. Я не понял! Я не понял! Что похожего между приехала и отдала, и открыла, и посмотрела? Собирайся, говорю! Ломится. Что мне делать? Гриш, мне страшно. Счет за квартиру. Только что принесли. Вы что, плачете? Кому ты... Успокойся! Да я такого страха натерпелась! Давай выпей! Я не буду пить! Я сказал! Не буду! Я сказал, пей! Малыш, справилась. Чего ты кипишуешь? Все же хорошо. Ничего не случилось. На, вот, держи компенсацию тебе за стресс. Да пошел ты со своей компенсацией. Я больше ничего тебе не повезу. Милочка, иди ко мне, дорогая, я так тебя люблю. Гриша, я серьезно, ладно деньги, но наркота? Рот закрой, тебя кто просил в пакет лезть? Послушай, я сидеть как ты не хочу. И не нужно вмешивать меня в свои криминальные дела. Ну, значит, когда ты баб своих воспитывай, все, ухожу. Ходишь, а? Я тебе... Гриша, не трогай! Не трогай меня! Не трогай! Не трогай! Не трогай! Полиция, вызывай, Вера! Ты думала меня пугать? Подумай! Меня! Меня! Уйди ты отсюда! Алло. Да. Да, я приеду. Только я задержусь немного. Хорошо? Понял.
рот откроешь, сдохнешь. И тебя это тоже касается. Милочка. Деточка несчастная. Я все для него делала. Я от работы отказалась, и баб его терпела, ребенка отдала. Миша, зачем это все? Вернее, Гришин – это ребенок. Ой, зря вы ребенка отдали, нельзя так. Телефон принеси. Я сейчас в травмпункте. Да, Миле накладывают швы. Вот так вот я съездил, Нин. Ты бы видела ее лицо, ну просто месиво. Ну что ты молчишь? Не мог я оставить избитую женщину без помощи. Надеюсь, скоро. Ладно, все, пока. Ну, как ты, лучше? Больно было. Вообще все тело болит. Посмотри, какая скотина. За что он тебя так? Не скажешь? Да неважно, Глеб. Офигеть. Он до тюрьмы был другим. До тюрьмы? Понятно. Просто класс. Ну что так смотришь на меня? Думаешь, на кого я тебя променяла? Да я о другом думаю. Муж он тебе или нет, тебе надо заявить на него в полицию. Так дальше продолжаться не может. Не знаю я, Глеб. Ты не знаешь? Издеваешься, что ли? Иди, бери справку о побоях. Да не, вот что-то тут написали. Не знаю. По-моему, то, что нужно. Все, поехали в полицию, напишешь заявление. Ну, напишу ей, что дальше? К нему возвращаться? Да. Тебе есть к кому поехать? Нет. Ладно, что-нибудь придумаем. Слушай, у них, наверное, уже закончился рабочий день, никого нет. Ты чего? Полиция работает круглосуточно. А? И ты боишься? Ну, давай я пойду с тобой. Да нет, я сама. Нин, тут такое дело. Даже не знаю, как тебе сказать. Я должен привести Милу к нам домой. Как это к нам? Я знаю, тебе это не нравится. Мне тоже. Но Мила сейчас в таком состоянии, жалко смотреть. И идти ей некуда. Этот муж, сволочь, чуть не искалечил ее. Нин, не надо ревновать. Я тебе говорил. Она для меня ничего не значит. Глеб, делай, как знаешь. Ну что, нашли туалет? Да. А можно у вас водички попросить? Вам точно помощь не нужна? Спасибо.
Что сказали в полиции? Да ты думаешь, кому-то интересно в этом разбираться? Сколько вон побитых жен, и никому они не нужны. Тебе надо от него уходить. Да знаю я. Только куда? Он меня везде найдет. Тогда надо уезжать. Я думаю над этим. Смотрю, у тебя другая машина. Снова подержанная. Нет денег? Да, денег и правда нет. Это машина моего отца. Свою я немного поцарапал. А что случилось? Попал в ДТП после одного разговора на крыше. Прости. Вот это наш дом. Теперь мы здесь живем. Ого, как круто. Недавно переехали. Говорил, денег нет. Денег-то особо и нет. Все в обороте. Пришлось кредит взять. Надеюсь, быстро отдам. Значит, хорошо дела на ферме идут. Не жалуюсь. Глеб, ты меня, конечно, извини, но Мила не может оставаться в нашем доме. Я не хочу, нет. Я просто не могу, чтобы она была здесь. Простите за вторжение.